Всем доброе утро. Суббота. 7:05 утра. Такая у нас красота сегодня. Духота. Ну, от океана какой-то свежий воздух есть. А я поехала на барахолку искать клад. Не была там, наверное, недели 3. Если не месяц. Поэтому нужно ехать, смотреть, что там интересного сегодня завезли. Добралась я до барахолки. Идем искать клад. И представляете, они установили вентиляторы. Раз, два, три вентилятора целых. Здесь теперь не так жарко. Вот эти бины только что там вывезли. Это все типа новые бины, но там один трэш просто. Мусор, что называется. Так что я сейчас пройдусь по бинам, тем, что со вчерашнего стоят. У них я всегда нахожу что-то хорошее. Так что давайте рыться, искать. Сегодня суббота, но музыка уже у них орёт. Я, наверное, в Salvation Army хочу поехать сегодня еще. Там у них по 5 баксов. Большинство шмоток. Может, там что-то хорошее найду. Noble. Найс. Это, вы знаете, я, помните, находила обувь от их фирмы. Там у них так, футболочки под 100 баксов, может быть, стоят. Ну, подешевле чуть. Так, что за бренд у нас это? New Balance. Это мне интересно. Дженнифер Лопес у нас сегодня на заднем плане играет. Вы знаете, вчера думала, продажи настолько плохие. Вот сейчас все, лето настало. Так всегда, вот, когда только наступает лето. Первое время продажи очень сильно падают. Думаю, наверное, придется лайв-шоу мне делать. Хоть, чтобы какой-то, знаете, кэш, как говорится, чтобы напродавать что-то на кэш. Так, что это за вещь? Смотрим. Сделала объявление, что во вторник и в четверг сделаю шоу. Посмотрим, может быть, выйду сегодня. Может быть, на неделю. Может быть, еще передумаю, вообще не выйду. La Hearts. Продолжаю рыться в этом бине, потому что думаю, может быть, я здесь еще найду такой же бренд, который я нашла. Celebrity. Так, что здесь у нас? Это у нас Brandy Melville. V-neck, но она такая очень маленькая. Что-то у них же здесь Justin Timberlake играет поп-музыка. Не церковные песни. А у них церковные, наверное, только по воскресеньям играют. Сегодня же суббота. Это что и это что? Смотрите, какая модная пляжная. Coconut Reef с вышивалками, со всякими. Продолжаем рыться. Так, что-то здесь какие-то на All Saints похожие принты. Грайсон. Корова там такая, скальп корона. Коровы просто есть вот это. All Saints похожие. Что-то у меня было, либо я где-то видела. Super City Black. Народа сегодня немного. Что меня очень-очень радует.
барахла, всего один ряд. Видимо, сейчас они будут еще барахло вывозить. Смотрим. Читас, водка. Вот, здесь музыка уже еще больше слышно, чем там. Так, что у нас здесь? Шляпы, сапоги. Кстати, такая хорошая кожа прям чувствуется. Так, что мы сегодня с вами ищем? Гуччи, Луи Виттон. Или большую вот такую вот корову, или жираф, или что это? Не знаю. Плюшевые игрушки здесь всякие. Короче, один мусор. Смотрела какие-то видео на ютубе из бинов, из других штатов. Так-то у них вывозят бины, все забитое обуви, хорошие обуви причем. И народу вообще там никого нет. Вот бы нам такое сюда. Lucky Brand. Здесь такого, к сожалению, нету. Здесь все уже разобрано. Шкатулка какая интересная. О, вот они, Луи Виттоны. Шутка. Это же хорошие кожаные такие, Стив Мадден. Вау, здесь вентиляторы просто везде, смотрите, и здесь повесили. Просто чудо, просто чудо. Тачки, так они пока еще и не закупили. Вот и бренд. Плюшевая корова. Говорю все, что мне приходит на ум, чтобы музыку заглушить. Так, почему пол Ralph Lauren здесь так просто валяется? Здесь, наверное, какой-то дефект должен быть. Не знаю. Я не вижу никакого дефекта. Странно. А вот здесь вот вижу. Вот здесь выцвели. Блич там кто-то налил, видимо. Коньки даже есть. А нет, это не коньки, это ролики. Это что? Что это такое? Vegetable box. Uniqlo. Такая вот классная футболочка. Сковородка. Такая модная. Помните, я ходила кепку Balenciaga. Там на ней что-то написано, не помню, что уже. В общем, какое-то видео я у кого-то видела, каких-то инфлюенсеров. Не помню, кто именно. И вот у него была точно такая же кепка. Настоящая, кстати, кепка. Не подделка. Не подделка. Она у меня где-то валяется. Нужно ее найти. Найти и выставлять ее на продажу. Вот такая Juicy Couture. Размером medium. Здесь эти отпали и дыра. Я думаю, нужно уйти вот туда в самом начале, потому что там наша мафия выбрасывает ненужные им товары. То, что им не нужно, возможно, будет нужно мне. Так что пойду сейчас туда рыться. Точнее, даже музыка такая неплохая сегодня играет. Даже танцевать хочется.
что-то у нас здесь новое с этикеточками. $860 стоило. Я возьму, посмотрю. В сторонке потом рассмотрю. Так, это что у нас? Неизвестная. Но если делать вот эти шоу, то там продавать только вещи с барахолки. Обычные, конечно же, вещи там, которые из секонд-хендов. В минус я уйду, а не заработаю ничего. Поэтому посмотрим, если я что-то здесь отрою, то попробуем. Посмотрим вообще. Здесь у нас сумочка вот такая моднячая есть для лаптаба. Фирма называется вот так вот. Но она не кожаная, мне кажется. Ralph Lauren. В пятнах все. Так, они эти бины сейчас уже будут увозить менять. Видите, все, она здесь вот эти бины меняет. And Talbots. Новая с этикеткой. Возьмем, посмотрим. Там даже двойка, мне кажется, двойная. Здесь вот такие брюки от фирмы Inc. Размер 6. Fashion Nova, новая с этикеткой. До сих пор ждем новые бины. 8:32 времени сейчас. Сейчас вот здесь они должны вывести бины с барахлом. Сзади там два ряда аж нету. Но чуть пока никто не шевелится, чтобы их вывести. Поэтому я продолжаю рыться в старье, но пока неудачно, скажем так. Ничего пока интересного я здесь не отрыла. Там пару вещей, которые я уже говорила. Holiday Christmas sweater. Сейчас точно не самое подходящее время для Christmas sweater. Арк. Или что это за фирма? Дайте-ка я посмотрю. Фигня какая-то. Арк Энси. Это что? Что ты? Кто ты? Неизвестно. Совершенно пустой. Косметичка от Victoria's Secret такая вот симпатичная, розовенькая. Вот здесь можно это все легко отмыть и ее кому-нибудь в подарок дать. Но я не хочу тащить всякое больше домой. Wrangler. В общем, вы сами видите, что здесь сейчас одно барахло. Вообще ничего интересного.
Давайте уже быстрее вывозите новые бины. Может быть, там что-то интересное хоть попадется. А то мне уже хочется уйти отсюда. Амазон. Харли Дэвидсон, размер медиум. Но ее обрезали почему-то. Давно Харли Дэвидсон ничего не находила. Такого, знаете, чтобы это интересного прямо. Я имею в виду с интересного, с какими-то там черепами, с вышивалками и так далее. Это фирма из магазина Костко. Их бренд. Что-то они там на заднем плане заняты чем-то. Таскают что-то, таскают. Поэтому, может быть, они ничего не вывозят. Вообще они даже не шевелятся. Выезжать. Сейчас вы знаете, что произойдет, когда люди ждут, потом вывезут, все, кто ждет, нападут как сумасшедшие, начнутся опять драка, толкание и так далее. Что не есть, хорошо. Вообще ничего нет, вообще просто. Смотрите, сколько у них одежды там. Гора целая, смотрите. Вау. В общем, вот это вот 860, это, наверное, доллары мексиканские, а не американские. Какая-то сувенир мексиканский. Выбрасываю. В общем, пока три вещи я нашла. Джинсы, вот это у меня Talbot, двойка, новая с этикеткой. Мужская футболка от этой фирмы, что я вам сказала. Noble. И джинсы нашла такие White Leg от фирмы Анна, что ли. Вывезли новые бины, и у меня из одного бина полная сумка добра. Там прям один бин вообще всякие разные хорошие фирмы. Продолжаю рыться. Барахло вывезли также, но там я не была, и здесь это еще не могу пройти и обойти все. Корыто мне сегодня не удалось взять, поэтому я думаю, что я сейчас уже скоро пойду расплачиваться и вернусь на второй круг, скажем так. Второй заход. Что у нас? Вот такие. Вон там вывезли новая барахлишечка. Макарена зато здесь играет у нас. Сумка, это мне уже плечо немножечко натирать начинает. Old Navy. Новую одежду снова вывозят. А я еще в этом не порылась. Подождите. Мне нужны, кстати, такие перчатки для тренировок. Но я себе куплю где-нибудь, какую-нибудь там TG Maxx, что ли. Что у нас здесь? Элли. Так, здесь с этой стороны нет вот этих вот вентиляторов, и здесь чувствуется душнота и жара. Поэтому нужно с той стороны находиться почаще. Так. Yep.
24 спор. Что это такое? Что это за фу? Так, мне припарковать свою тачку где-нибудь было бы здорово. Новые дыры. Ай. True Religion. Мне некуда уже, у меня на двух руках свешена. Сумка на мне висит. Еще я телефон пытаюсь в руках держать, чтобы снимать. Polo Ralph Lauren. Это моя сумка. Сейчас я буду просматривать, что беру, что не беру. Половину того, что я нашла, выбросила. Потому что некоторые вещи я там не брала, даже не смотрела, что за фирма. Я сейчас все пересмотрела. Что-то с пятнами, что-то интересное. В общем, как обычно. Снова вывозят новые вещи вот здесь вот. Pink Lily. Томми Багама. Просто не что ли от фирмы Томми Багама. Не знаю, наверное. Наутика. £15. $40.05. В конце нашла вот такую кофточку, которую тяжелая, но такую можно за соточку продать. Вот так вот.